Всем привет, ребят. Сегодня будем играть во вторую часть игрушки World of Go 2. Точнее, второй мир. Вот. Перед началом подпишитесь на мой телеграм-канал. Там сейчас объявлен новый розыгрыш. Вы можете выиграть премиум подписочку на 3 месяца. Так что обязательно участвуйте. Поехали. Ну и, в принципе, можете подписаться еще и на другие, там, ВКонтакте, там. Что еще у меня там есть? Дзен появился. Так, какой-то сигнал. Это уже осень, да, по-моему? В прошлый раз было лето. Так, и нам нужно дойти по уровням наверх, да? И тут у нас босс. Непонятно кто. Окей, поехали. Jelly School. Школа желешек. Так. О. Трехглазый монстрик с нефтью. Так, давайте почитаем быстренько. Ничего полезного нам не пишут. Мне сказали, что здесь есть русский язык. Давайте проверим. Сейчас я быстренько выйду в менюшку. Назад. А, вот. Да, ребят, действительно. Далекий сигнал. Так будет проще. Осень. Школа желе. Хотя могли играть и на английском. Немножко поизучать. Так, нам нужно вниз, чтобы разорвать вот эту цепочку, пройти дальше вниз и забрать вот эти шарики. Потом на пушку, стреляем сюда и забираемся наверх. Все просто. Никаких препятствий я особо и не вижу. Здесь мы что делаем? Толкаем просто. Шарик наш. Огромный шарик с нефтью. Сейчас он пролезет вниз. Здесь он, скорее всего, раздробится на две части. Так. Отлично. Цепляем все шарики. Готово. Дальше что? Дальше там вниз надо. Как нам это сделать? А, ну просто сейчас мы свалимся. Побольше сделаем мостик тут. Так. А эту часть надо убрать. А мы ее не сможем убрать. Может, нам нужно задеть вот эти вот острые кольца, шестеренки? Да вроде нет. Не падает конструкция, тогда давайте попробуем зацепиться за пушку. Так, сюда. Чуть-чуть не хватило нам шариков. О, получилось. Отлично, зацепились. Стреляем. Все, ребята проснулись. И забираемся наверх. Так, у нас 30 шариков нам надо собрать. Боюсь, что нам не хватит сейчас. Ну-ка. Ну да, 5 шариков всего. Так. А что если мы сделаем вот так вот? 9, 15, 16. А. То есть вот, перекачиваем нефть.
Возможно, сейчас хватит. Да, нам хватит. Я уже думал, переигрывать придется. Но хватило. Супер. Погнали дальше. Тягучки. Они так называются. А я называю это нефть. Тягучки. Желешки. Так. Желейное движение. Опять нам нужно вниз. Здесь у нас пушка, которая стреляет. Стоп, а куда нам надо? А, нам нужно сюда. Нам нужно вообще наверх. Как это сделать? Ну, походу, по факту посмотрим, как это сделать. Пока непонятно. Так, я понял. Нам нужно сделать мост, чтобы перекатить шарик на ту сторону. Давайте попробуем. Так. Основание делаем здесь. Шарик покатился уже. Рановато. Рановато шарик покатился. Да. Так, пчелка где у нас? Угу. Тогда... Вначале нужно завершить мост, а потом уже убирать вот эти вот деление. Ой. А, нет. Пчелка. Угу. Цепляемся. Супер. Все, вот теперь можно убирать отсюда один шарик. Так. Застряли. Значит, нам нужно придать другой наклон, либо сделать небольшой трамплинчик. Вот такой вот. Так, давай. Отлично. Готово. Все, зацепили вот эти шарики. Здесь нам нужно то же самое сделать мост. Только уже вот сюда, на шестеренке, раздробить нефть и запульнуть ее. Вот только куда ее пулять, я не знаю. Здесь ничего нету. Что написано? Ну и ну. Нехилый спуск. Повсюду одни острые камни и акулы. Но тягучки смотрят куда-то вверх. Вверх, вверх. Вообще, что там? Наверху краник. К этой трубе прикреплено что-то вроде фильтра. Похоже, он пропускает только свежевыжатые тягучки. Свежевыжатые? Для этого нужно что-то выжать. Что-то большое, спелое, сочное. Вкуснятина. Пушка пуляет сюда. И как-то мы должны подняться. Надеюсь. Цепляемся. Отлично. Зацепились.
Сможем прикатить? Ай-яй-яй. Не хватило скорости, не хватило. Чуть-чуть повыше нам надо забраться. Так. 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 И... это не понадобится. Готово. Раздробили нефть и пуляем сюда куда-то или куда? Что я пока не очень понимаю. Куда же нам стрелять? Обратно? Неужели нам нужно вот этот мост сейчас будет разбирать? И... нет, я не понимаю. А мы можем их... а, мы можем их сюда зацепить. Стоп, а эти шарики мы можем использовать для этой трубы или нет? Давайте проверим. Так. Сюда. 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 О, нет. Башенька разрушилась. Тогда лучше зацепить ее здесь. Укрепить ее хорошенько. И потом дальше забираться. Давайте снизу возьмем лучше. Шарик. Так. Так. А, нет, нет, они не подходят. Нам нужна только нефть. Блин. А как? Что-то я пока не очень понимаю, как это сделать. И зачем нам нужно было спускаться, если мы могли... а, мы не могли, у нас не было нефти. Нет, так не получится. Мы должны... а, все, я понял. Смотрите, нефть цепляется на этот мост. И она может... Мы ее не можем взять. Но мы можем ее зацепить с помощью вот этого моста и этого моста. Так.
16 штук. Но мы уже собрали тут меньше, чем надо. Скорее всего, нужно будет переигрывать, потому что у меня очень много нефти провалилось сюда. Давайте еще раз. Ой, не то нажал. Секундочку. Не будем пока пропускать уровень. Я думаю, что мы сможем это сделать. Давайте еще раз. Побыстрее. Угу. Сюда. Назад. Назад. Угу. Готово. Назад. Случайно не тот нажал. Не тот шарик выделил. Здесь сделаем основание. Так. Цепляем. Цепляем. Так, что-то не получается. Так вот зацепим. И... Отлично. Зацепили. Нет, что-то не то. Нужна больше скорость. Мостик оказался не таким практичным. Так, секундочку. Еще назад. Во. Так, давайте отсюда начнем. Здесь сразу укрепление надо сделать. Здесь подальше. Так. Потом вот эту тему сюда, вот эту сюда, и супер. Так, пушка стреляет в эту сторону пока что. Хорошо, все, нефть у нас есть. Дальше нам нужно построить мост вниз. Основание убираем. Так. Теперь нам нужно всю эту нефть как-то поднять наверх. Так. Давайте отсюда возьмем еще.
хоть еще капельку. Так. Здесь лучше закрепиться. И готово. Все, супер. Далее вот этот мост мы строим вниз. Мы должны зацепить эти капельки нефти, чтобы они забрались на этот мост. И потом уже будем... потихонечку идти на трубу. Все, можем идти потихоньку на трубу. Так. Нефти нам точно хватит. Я вижу, что ее очень много. Единственное, что... Давайте отсюда теперь брать зеленые желешки, чтобы забраться наверх. Так. Просто строимся наверх. Главное хорошенько укрепиться внизу. Здесь вот. Чтобы башня не разрушилась. И мы не проиграли. Так. Так, нет, потерялась одна. Так, что тут есть? Отлично, все. 16:26. Долгий уровень получился. Вначале мы катили все вниз, потом забирались наверх. Да, 7 минут. Один уровень. Так, следующий уровень. Расти большой. Угу. Розовые желешки. Не, их нельзя трогать. Это просто башенька такая. Ага. Так, эту нефть мы... забираем сюда на башеньку. Башенька стреляет сюда. Новая разновидность тягучек. А, в них присутствует слабый аромат. Бхрглга. Гбрла. Фабглргрх. Отвратительно. Если вам уже кажется, что они ужасны, то это они еще не набухли. Они должны набухнуть. Хорошо. Смотрим. Смотрим, изучаем новые тягучки. Так. Да, они набухают. Сейчас они полностью набухнут и доберутся до трубы. Играть здесь невозможно. Так, еще чуть-чуть.
Она растет? Как будто не хватило нефти. Немножко. А чё она не забирает эту нефть? Ну? Стоп, а это что? А, все понятно. Мне дали еще зеленую желешку, я просто не заметил ее. Готово. Ответвление на два уровня. Линия электропередачи и растучий мост. Растучий. Большая пропасть. Нам нужно что-то сделать с шариками, чтобы перебраться сюда. Далее мы видим пушку. Пушка стреляет. А где труба? А, пушка стреляет сюда куда-то. Разбросанные по острову антенны и спутниковые тарелки направлены в небо. Что они прослушивают? Если очень притихнуть... Вы что-нибудь слышите? Так, здесь ничего нету. Ну, ладно. Понял, надо просто перекатывать ее. Мы же не сможем поднять ее сразу. Так. Здесь пока убираем. Стоп. Цепляемся. А дальше? А дальше мы строим мостик. Понял. Тогда лучше сразу построить мостик, чтобы не терять времени. А потом уже двигать желешку. Так. Готово. Так, все, двигаем желешку. Так. Ой-ой-ой. Нет. Пчелка, помоги. Что-то случилось не то. Поднимаем здесь желешку, чтобы она не упала.
Так. Все висит пока что. Хорошо. Так, потихоньку двигаем. Нам понадобится еще шарики. Так. Есть еще шарики. Здесь нету. Давайте вот эту часть сюда закрепим. Ага. Все, готово. Фух. Поднимаем, стреляем. Куда стреляем? Ага. Я понял. Мы ее раздробили и получили шарики. Теперь нам нужно эти шарики поднять с той стороны. Так. Где там труба? Здесь. Здесь не сможем поднять. Нам нужно зацепить шарики тогда на последнюю железку. А мы не сможем, она уже прицепилась. Тогда где-то здесь. Так, отлично. Нам нужно чуть левее, да? Надо было идти отсюда. Что-то не то. Дайте мне этот шарик. Так, нет. Вот к этому. Поднимай. Почему он не поднимает его? Так. Что-то у меня тут все запуталось, по-моему. Ну ладно. Угу. Поднимаем. Поднимаем. Так.
все перемешалось, все эти трубочки. Так, это пускай держится. Не понимаю. Он должен подняться, он не поднимается почему-то. Так, здесь лучше шарик оставить. Хорошо, давайте еще сделаем так. Оп, и сразу поднимаем. Так, сюда. Оп, сразу поднимаем. Оп, сразу поднимаем. А почему направо не ушли все? Я не понял. Так, наоборот, надо тогда сделать слева, что ли. Блин. Короче, надо переиграть. Меня повело вправо. Из-за того, что... Очень много косяков вот этих вот лишних. Нам нужна была ровная башенка. Так. Давайте на пчелке пока понажимаем. И здесь уже наклоняется. Так, где пчелки? Все что ли? Больше не могу назад. Так, я понял, хорошо. Давайте тогда сразу зацепим вот эти вот сегменты. Так. Поднимаем все. Этот шарик нам не нужен. Лишнее было. Все, пчелок нету. Так, так, сразу наверх. Потом так, так, сразу наверх. Мне, видите, даже не зацепиться за шарик спокойно. Так. И все равно его, смотрите, куда тянет. Не в ту сторону. Как можно исправить эту ситуацию? Где-то здесь закрепиться может. Либо здесь. Вот эту часть и вот эту часть. Так.
Надо было, походу, начинать где-то отсюда строить эту башеньку. Чтобы меня не вело в эту сторону. А почему я не могу сломать вот эти деления? Такой у меня вопрос. Если бы можно было сломать, я бы все перестроил сейчас быстро. То, к сожалению, уже, наверное, ничего не сделаешь. Как бы я ни старался. Если я сейчас буду наращивать здесь, то у меня она еще больше влево сейчас пойдет. Ой, вправо, точнее. Да. Окей, ладно, пока скипнем этот уровень. Какой-то он совсем душный. Так, команда добыча. Снова новые желешки какие-то. Так. Боюсь, что за этот выпуск мы не сможем пройти полностью мир. Второй мир. Так. Где-то там, на далеком газообразном болоте, появилась новая разновидность тягучек. Они похожи на тех мерзких розовых растучек. Как же хорошо, что с такого расстояния не чувствуется их запах. Никто не знает, что будет, если их намочить. Надеюсь, никто никогда не узнает. А что если мы сделаем... Ой. Мы их тоже почему-то не можем взять отсюда. Что если мы их просто сюда переместим? Ничего не будет. Окей. Так. Вот не можем почему-то взять отсюда. Забираем вот эту конструкцию. То есть те были розовые, они увеличивались в размере, а эти наоборот уменьшаются. А как нам? Ага. Я понял. Так, вроде должно получиться сейчас. Достает же. Так, они еще выше пойдут? А, они уже выше-то и не пойдут. Так, тогда нет, тогда нужно в другое место сейчас цеплять. Сюда куда-то. В правую сторону пойдет? Не пойдет? Так, тогда вот эту часть можем сломать. Ой.
Так, блин, у меня уже нефть потерялась вся. Заново. Давайте по-другому немножко сделаем. Изначально. Так, здесь просто спускаемся. С первой попытки не получилось. Так, так, так. Где еще? Так, и нам нужно сразу где-то здесь нарастить. Так. Ага, вон еще зеленая есть. Так. Почти. Что можно добавить. Если сделать так. 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 Давай, 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 давай. Прям чуть-чуть остается. Как-то надо помочь раскачать. Отлично. 4 из 8. А где остальное? Вот еще одна зеленая. А это не считается, да, то, что нефть в трубочках. Окей. То есть мы ее где-то потеряли. Окей, давайте дальше. Пока тоже пропустим. Пронзительная жадность. Ой, сжатость. Это плохо, что я пропускаю уже
Сколько уровней-то? Я пропустил 2 уровня. Может, мне дадут... потом мне дадут босс уровень. Надо будет снова их проходить. Ну ладно. Если нам придется снова их проходить, мы пройдем. Ничего страшного. Так, а пока посмотрим. Целый остров парит в воздухе, высоко над земным шаром. Словно кто-то вырвал его из земли. Но зачем? Может, здесь лучше ловят? Прием. Прием. Мой голос заглох в шуме пропеллеров. Так. Как-то надо вот эту разбудить систему всю. А, стрелочка показывает направо, но при этом там ничего нет. Хорошо. Что делать? Построить в прудик мостик. Отлично. Забираем нефть и идем наверх. Так, еще больше надо забрать. Так. И наверх. Главное, чтобы шарика хватило. Так. И главное не задеть шестеренку. Чуть повыше. Так. Сюда. О, нет. Блин. Не хватило основания. Чуть-чуть. Давайте чуть-чуть еще назад. И еще. Чтоб она не падала тут. Вот. И идем наверх. Я думаю, хватит. Угу. Крепимся на всякий случай. Так. Сюда. И готово. Все, зацепились. А наш парень проснулся. И... эта система сужается, и мы уползаем. Так, новая карта открылась. Какие уровни стали большие? Так. Нам теперь надо стрелять нефтью сюда, чтобы вот эта система... увеличилась в размере. Вот эти трубочки. А где моя нефть? Почему-то не стреляет. Что-то мы упустили. Где пчелка? Так. Может, сразу надо туда стрелять?
Или мне нужно строить мост туда, в ту сторону. Так. Давайте попробуем. И ничего не происходит. То есть у нас нефть останавливается вот здесь, вот на этих желешках фиолетовых. Блин. А как тогда? В этом направлении есть что-то еще. Но первым должно пойти большое желеобразное существо. Да, он уже пошел. А дальше-то что? Нефть у нас есть. По сути, он должен пойти сюда. Выбраться на эту пушку. Сюда, сюда, сюда и наверх. Наверх, сюда. А тут шарики есть еще. Так. Эта пушка должна стрелять. Но она не стреляет. А так. Вот, вот, другое дело. Только подальше надо стрелять. А почему ты наверх ты идешь? Ты вниз должна идти. Что за фигня? Давай, давай, давай. Вот. Так, беляши. У меня больше нет беляшей. Ага. Чуть-чуть, прям одна трубочка, и все, и все получится. Это ж максимальное, куда мы можем стрелять. Так. Так. Давай, давай. О, все, цепляет. Потихонечку цепляет, кажись. Да, и здесь тоже. Давай, 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 давай. Кушай, кушай. Ну, пока ждем. Я думаю, должно все получиться. Сейчас она будет увеличиваться в размере и будет все проще и проще. Ну, я больше ничего тут не могу сделать. Желешек нету уже. Не понимаю, она увеличивается? Да вроде нет. Может, вообще не стоило идти беляшами сюда? Стоп, увеличивается. Да, все. Заработала. Заработала система. Давай, давай. Так, дальше мы идем сюда. Пушка стреляет сюда. Потом пушка стреляет... Надо вот эту пушку направить сюда.
Ой, это будет долго. Можно как-то ускориться. Ну, она вроде как увеличивается потихонечку, но не так быстро, как хотелось бы. Пушка далеко стреляет. Давайте попробуем еще выше. Не, это максимальная. Так, что будем делать? Ждать? Хотелось бы, конечно, хоть один уровень сейчас пройти, но, кажись, что-то идет у нас не так, как хотелось бы. Да вроде увеличивается потихонечку, но долго очень. Надо все переделывать, чтобы это все быстро делалось. Ладно, ребят. Вот такой у нас получился выпуск, незавершенный в этом мире. Так что в следующий раз, надеюсь, мы будем делать как-то более правильно. Вот, и допройдем этот мир. Может быть, начнем следующий. Так что ставим лайки, подписываемся на мой канал, подписываемся на телеграм-канал. Всем удачи, всем пока.